Всем привет, меня зовут Павел, ты на канале Паша King Game Channel. И да, вышло Dead or Alive 6. Я это так помпезно сказал, но я, если честно, не играл ни в одну из предыдущих частей Dead or Alive. Насколько я знаю, это файтинг японский, конкурент Тейкену. Не знаю, давай посмотрим. В этом году, в общем-то, у нас год должен быть богатым. Конец прошлого года был богатым, да? Ну, как относительно богатым на файтинге, да, это был в том году Taken новый, и Soul Calibur, да, вышел. Причем в Taken я чуть-чуть играл, Soul Calibur вообще не играл. Я, в принципе, в файтинге крайне редко играю, хотя Mortal Kombat что-то я вообще угорал в последнем, 9-10, прям очень-очень нравилось. Вот, правда, играл не по сети. Ну, вот сейчас вот что-то приобрел себе на PlayStation отдельно его, 10-й, не, как он, XL, по-моему, называется, вот, и думаю, сейчас буду в него тоже поигрывать. Ну да ладно, хрен с ним, с Mortal Kombat. Кстати, скоро выходит новая часть. Ну это ладно, это еще апрель, это не скоро. Дожить надо, доживем, посмотрим. А тут Dead or Alive. Ну, там у нас прекрасная девушка нас встречает, японская, в кимоно. Как бы нам не наваляло. Давай так, давай посмотрим с тобой. Играть мы будем на ПК, на джойстике Xbox. Давай, сюжет. И поехали. Судьба грубо пошутила, ладно. Хорошо, что игра на русском, кстати. Ну, хотя бы... Субтитров нет? Подожди. Ладно, хрен с ним. Сюжет не такой уж главный в этих играх, ну ты же понимаешь. Это ж файтинг. Терминатор, короче, родился. Ну а чё? Кстати, плюс-минус примерно так же Тейкены начинались, да? Какая-то коротенькая заставочка. И в мясо сразу. Сейчас к ней в комнату кто-нибудь заходит, такой... Аригато! А нет, прям такое месиво. Ну давай. Знаешь, в чем прикол японских игр? Нам стабильно дают заглянуть под женскую юбку. Стабильно. И их даже специально надевают в этот... ну, в такие в школьные юбочки. Пролог. Секретное задание. Последние события побудили Касуми удалиться от мира и уединиться в тихой горной деревеньке. В то же время на другом конце мира внимание Елены было приковано к одной необычной девушке. Смотри, они все какие-то волшебные, да? А это... Смотри, она как это одета, как ассасин. Та, что, да, в принципе, то, что и он, и она. Ну, да, ладно, погнали. А, подожди, а можно мне... Можно мне... да, давай выйдем и посмотрим, субтитры включены. Где настройки? Настройки игры. Грязь, эффект пот и вода. Пот. Физика тел. О, да, ты знаешь, да, как физика тел в японских играх работает? Ну ты понял. Ну, да, ну, она действительно есть. Так, я не вижу. Нету, короче, настройки субтитров. Ну ладно, хрен с ними тогда. Поехали. Ну, это мы уже читали. Загружается. В целом, судя даже по музыке, игра довольно динамична. Ага. Моет пол, да. Угу. В таком наряде, да? Ну, она, ну, любит год, ну, годка, да, или кто, рокерша она. Я вот про эту физику говорил. Хорошая работа. Мисс Холла, я могу что-нибудь сделать для вас? Мне нужно, чтобы ты кое-что для меня сделал. Слушай, как будто порнуха начинается. А где мясо? Ты... Чу-чу-чу-чу-чу, ты видел, мы как ручками поделали. А мне нравится. Эффектно выглядит, да? Хелена! Да блин, пожалуйста, давай. Ой-ой-ой, мы прям еле на лицо сели. Японцы, такие японцы. Давай. Все. Нокаут. Лучше бы KO было написано. О, да. Динамичненько. Эта девушка, она выглядит удивительно, разве нет? Мы должны убедиться, что ее сила не просрана. Могу я тебе доверять? Я понимаю. Доверься это мне. Хрена я переводчик, ни хрена себе.
Вот это вот, видишь, беда, это джойстик мигает, это прям вообще хрень. Ну, он, короче, мигает, значит, он подсел. Главное, чтобы он не вырубился во время жести. Какой-нибудь оживленной драки. А чё эти девушки-то? А за это бан на Ютубе не улетит? Ой, чувствую, много заданий сразу. Стиком прям нереально управлять, очень чувствительно. Слушай, у этой Хелены с каждой новой картинкой декольте все больше и больше становится. И груди, по-моему, тоже больше и больше. Что за японский файтинг такой? Я же покраснел. Подозрение. Полагалось, что Рик был просто управляющей платформой Дуатек, но в один памятный момент что-то в нем изменилось. Мысли об этом не давали покоя Хаята, и поэтому он обратился к Элене за информацией о человеке, напавшем на него. Ну, хентай, я тебе говорю. Давай. Чтобы сыграть в этот эпизод, нужен соответствующий ключ. Какой ключ? Че? Какой ключ? Что вы хотите, чтобы я сделал? В смысле? Мэри готовится начать новое задание и сблизиться и защитить Ханоку. Девочку со странными способностями. Это задание поступило напрямую от мисс Хелены, поэтому провалить его совершенно недопустимо. Ну и как? Окей. Какой соответствующий ключ? К чему? Это надо пройти? Может, этот пролог надо пройти? Ту-ду-ду-ту-ду-ду. Не понял. Что-то непонятно, да, какая-то херня. Может быть, тут надо что-то допройти? Ну, давай, ну ладно, давай так подеремся, хорошо. Испытание Дуа. Did you call for me? Звали меня? О, да. I'll take care of it. Я пришла, чтобы выполнить стандартное обслуживание этого терминала. Is something wrong? Чем я могу вам помочь? Ну, ты понял, короче, сюжет он такой, да, он посредственный. Мы, ну-ка, а хотя хрен его знает, может, он глубокий, игра японская, я не догадываюсь. Я, может, потом разберусь, как пройти дальше. Что, ну, сейчас, чтобы на обзоре этого всего не было, да, ну... вот этого вот возьми, ну, поэтому давай. Если ты это оценишь, поставишь лайк, там, напишешь, понравилась ли тебе игра. Я разберусь, продолжим, пройдем сюжет, ну, девчонки, ну, там парни, может, да, если ты девушка, парни, там, все дела, ну, ты понял, туда-сюда. Вот, а пока что мы просто оценим. Чем могу помочь? Вы хотите, чтобы я починила симулятор до А? Верно? Ошибка. Это? Ясно. Я проанализирую проблему. Активировать анализатор. Должно сработать. Слушай, а что мы творим вообще? О, нет, ничего. Испытание Доа. Изучение ниндзюцу. Изучение китайских боевых искусств. Систему можно стабилизировать, если пройти испытание в симуляторе ДОА. За выполнение заданий в рамках испытаний вы будете получать звезды. За них вы сможете получить различные награды. Может, эти ключи? Позвольте, объясню вам основы. Поехали. Начинаем. Я не знаю, чем мы начинаем, просто какое-то испытание. Уход от комбо-бросков. Нажимайте Т. А если ты мне покажешь, где ты на джойстике? Это все реально, Касуми. Что? Что? Почему? Но, не будем ждать. Кстати, графика приятная. Не такая цветастая, как в этом, как в Тейкене. Но тем не менее. Да что ты делаешь? Бей ее, бей! Одни девахи дерутся, я тебе говорю. Во, прям за гриву ее, правильно. Нокаут. На тебе, по щам, на. Хорош. Прям с розочками. Я вот этого не понимаю, что это за движение, что это за движение? А мы что, просто тренируемся? Нанести 35 единиц комбо. А, пройди, выполнить удары на земле. Это испытание, это типа обучение или что-то. Какие-то такие, ну. Она просто не особо дерется. Я не понял, короче, как нанести удар на земле, но мы прошли испытание. Победитель. Оу, я буду.
дышит она как-то сверхреально, по-моему. И пока я не нажал, ничего не двигалось. Так, Касуми чуть-чуть прокачали. Рекомендованные уроки. Ну, давай. Нет, не хочу. Я не хочу выполнять режим обучения. Обучение для слабаков, согласись. Разблокируем новый титул. Топаз. А повторить бой к списку. Давай к списку испытаний. Давай до нового испытания нам. Сейчас еще одно испытание посмотрим и просто подеремся с кем-нибудь. Давай же с мужиком, чтобы был. Мужик. Заполнить шкалу прорыва до 30 на 30 с помощью одного комбо. Пройти испытание быстрее 1 минуты. Пройти испытание. Давай, поехали, поехали. Мы будем за мужика играть против какой некой Кристи. Нажмите на левую при подъеме на ноги, чтобы встать, отступая назад. Ты ассасин? Чё-то там покажи мне. Ну, он сейчас покажет. Я просто русский мужик, и я не люблю играть в эти игры. У меня акцент. И он тоже. Все стремятся тут на лицо друг другу сесть, заметь. Чё-то аж кашель. Минута. Давай, гаси ее, мужик, гаси. Успели за минуту или как? По-моему, нет. А, тут же два. Давай, деваться, стой. Ой. Ой-ой, это больно. Ой, о. Ой-ой-ой. Да то же самое. Не, ну, кстати, детализация мне нравится. Серьезно, как-то приятно сделано. Да что это за дурацкое движение? Что это? Что они делают? Что это за дрочь? Он мне, знаешь, кого напоминает? Врана. Это же реально плагиат Врана, да, из Текена? Или как его? Вран, Иван там звали. Ну ты понял, такой вояка там. Ну, прошел, красава, все, малорик я. Все, все сделал. Все, мы готовы, короче, к битве. Пошли, нахрен. Да, пошли в битву. Я готов. Я готов. Слушай, может, открылось по сюжету? Да какой ключ? Да ладно, похрен. Бой, пошли. О, это что за мужик? Давай, один на один, аркада, конечно. Один на один, как бы, с другим, ну, с реальным игроком. Легкая, средняя. Давай попробуем на средней. Музыка, кстати, такая классная. Кто это? King of Ring. King, ну, я тоже King, давай. А против играть будем кого? Давай. А, это костюмчик. Красный, черный. Смотри, а там Данте есть. Ладно, давай не будем за этого дядьку играть. Ну нахрен нам эти бруталы. Ты меня извини, но я просто должен вот так вот, такой выбор сделать. Просто прости. И прошу понять, простить и... Извини меня, а зачем ей такой нос? Зачем? Что, смотри. Что она им делать будет? Вот, давай выберем... Ой, вот этот костюм. Я прямо... Почему? Что, нельзя? Почему ты, стерва? Почему? А, закрыто. Типа... Ну, давай вот этот. Принцесса. Ну, только принцесса. Хорошо. Хорошо. А против кого я смогу выбрать? А, типа, нет, ну как будет, да, кого дадут? Ну, хорошо. Ну, ты поним... ну, ты должен понять, почему я выбрал ее, да? Ну... О, сейчас я закончу это быстро. Давай. О-хо-хо. Красота какая. Я никогда не понимал, как они так ходят, японки. Ой, мы прям летаем. У меня крылышки есть. Я даже не обратил внимания. Ой, блин. Ой. Чё-то это... Ты чё, так женщин не бьют? Я не понимаю, почему-то на X они не бьют, а просто что-то какое-то... Давай, еще не все потеряно. О, я прям присел ему головой под ногу. А он, короче, не из тех, кто тупит, да? Это все потому, что у нее обувь неудобная, я тебе говорю. Кто ж такой обуви дерется-то?
Однако, а как мне включить усиление? Как усиление включить? Ой-ой-ой! Нормально вообще, его оттрахали просто. Ну, отделали, в смысле. Насчет, кстати, пота. Как я это сделал? Как я это сделал? Как я в прошлый раз включил? Смотри, пот реально, у нее на титьках пот. Без шуток. Нет, 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 не хочу, не хочу нафейлить. Бляха-муха. Они реально потеют. Не, ну надо его отделать, я думаю. Как неприятно, разблокировал новый титул, разблокировал один новичок. Не, продолжаем. Ну, давай еще подеремся, нам-то что. Я закончу это быстро. Надо новых персонажей выбирать. Сейчас попробуем еще раз его делать. Ща, тут главное попривыкнуть. Я файтинге говорю, давно, давненечко не играл. Ну, это лучше с друзьями, конечно, играть, зарубаться. Ну, или по онлайну там. Да в смысле? Не надо, не надо, не между ног. Ой, не, хорош обниматься, мы с тобой слишком мало знакомы, извращенец. Я думал, это я его бью, на самом деле. Мне знаешь, что не нравится? У нее слишком какой-то, ну, обвесистый наряд. Я порой не совсем понимаю, кто кого бьет. Это знаешь, я выучил, короче, один прием, я им пользуюсь. О, это ветер, а что за ветер? Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Смотри, все! Как сосочку второй раз, как сосочку, говорю, главное привыкнуть. Малышка, не останавливайся. Я не хочу на А даже нажимать, чтобы продолжить. Ой, ну это прям туше, это прям X2. Вот так вот. Да хорош, одним приемом-то бей. Это я себе, если что. У девчонки, не обнимайтесь. Я прям не могу с этой игры, мне она нравится. А тебе нравится? Я думаю, да. Ну, в этом есть что-то, знаешь, такое. Ну, это прям японская-японская игра. Вот, серьезно, даже в Resident Evil такое есть. Ну, не прям такое. Сейчас, забазарился с тобой, забазарился. Надо и честь знать. В смысле? Пошла! Ну-ка, давай еще раз. Все, хорош. Truly, truly enjoyable. Она классно облизывается. Давай. Давай, давай, атакуй. Сейчас на другого, вот. Не, давай, короче, другого персонажа попробуем. Ну, хватит уже одно и то же. Выбор персонажа, да. Давай мужиком поиграем. Каким-нибудь. Ну, для полноты картины. Так, этим мы играли. Вот давай вот этим вот кривеньким. А, вижу, у нас еще почти все закрыто. А как открыть? Ну, ладно, давай поиграем. Ну, давай Кингом поиграем, а что? Ну, давай, допустим, ну, черный. Залезли назад. Ну. Фига, он брутал. А чё никто не доступен? А ладно, похрену. I cannot lose this fight. Я не могу проиграть эту битву. Спасибо, что пришла. А теперь побей меня. У него мускул написано. Да блин.
Подожди. Что это за прием такой? Слушай, ну у него, наверное... Слушай, да не поддавайся ты девушке, мужик. Он орет, как какой-нибудь этот... Самурай. Я не совсем понимаю, как им драться. У него какие-то, ну, более сложные приемы, по ощущениям. Ну-ка, а если... Ну-ка. Во-во-во. Ага. У-у-у! Слушай, ну угореть с другом в эту игру можно. Я, кстати, не знаю, насколько она требовательная, да, но вроде без лагов, под багов. Это мускулы! Давай, дайте мне какого-нибудь нового оппонента. О! Это же этот, из Тейкена. Ну, усатый черт, я не помню, как его зовут. А ему все плевать, он просто говорит, спасибо, что пришел. Ну-ка, нет, хватит этим ударом бить, давай. Да блин, я хочу схватить тебя. Дай пока, как это, знаешь, как в детстве говорил другу. Сейчас, постой, постой. Прием покажу, не делал ничего. Нет, это фаталити. А можно мне так же? Я зажал все 4 кнопки, чтобы ты понимал. Все 4 кнопки я зажал сейчас. Это тоже было, ну, могло быть фаталити, если бы я заканчивал. А все, ты в уголочке. Пожалуйста, ударь его, а. Ну или так, так даже красивее. Просто кинул его, он просто его кинул. А, это и не последний... Короче, ждем Mortal Kombat. Fire! Ты что делаешь-то, мудак? Небо, кулак свой поднимаешь. Дурашка. Сейчас капец, кобзда. Но он хорош. Не, он хорош, он хорош. Давай еще раз попробуем его отделать. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Я тебя побью. Бас, новичок. Давай еще разочек попробуем его подделать. А зачем мы нарисовали шерсть на титьках? Это для чего? Главное первому начать. Подожди, а постой, да, прием посмотрим, список приемов. А что это за кнопки? ППП, что за ППП, ККК? Это типа ППП, это Y, да, на джойстике от Xbox, а К это, наверное, Б, раз красная. Как я должен этого догадаться? Давай попробуем ПКП. Да, это оно. Однако. Слушай, ну мне очень нравится. Я прям, я загораюсь в таких играх. Я могу задрочиться в нее. Потому что, во-первых, она красивая. Вот серьезно, она красивая, она детальная. Она без лагов. Я просто не совсем понимаю, как в нее играть сейчас. Вот, мы его делали. Мускулы! Кореш мой. О, это прям... Ну это точно из Тейкена прям. Ну один в один. Да, да. Ты чё вопишь, а? Ты чё вопишь? Я тебя сейчас повоплю. Вечер уже, не вопи, китаец. What's up, он говорит, what's up. Не надо мне звонить, what's up. Не пиши мне, не пиши мне, не звони.
Что это за удар? Критический удар какой-то был. Они прикольно потеют, но потеют все одинаково, однотипно. Жалко, на них трав не остается. Знаешь, ну там ранений, там одежда рваная. Вот это было бы прикольнее. Да, одежда рваная, ты понял, да? Нет, нет, нет. Не, в Mortal Kombat это красивше выглядит, со сломанными конечностями там, ты понял. Очки нам сломал, сука, эти очки стоили $500, придурок. Если ты помнишь, откуда это. Помнишь, откуда эта фраза? Это тоже из файтинга. И не из игры, а из фильма. Я тебе даю... Напоминаю просто. Напиши в комментариях, если... Ладно. Beat me. Сам ты битник. Не, смотри, он сильнее потеет. У него даже капнуло. Ладно, давайте мы на этом и закончим. Ой. Пиши, как тебе вообще нравится-то файтинги, да? И вообще Dead or Alive тебе знакома серия? Вот, а так, ну... И ссылка будет на весь на плейлист с обзорами в описании 2019 года. Поставьте лайки, пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте, на мой Дискорд, на Твиттер. Инстаграм назвал, да? Ну, вроде назвал. А так игра классная, короче. Захочешь, поиграем еще, пройдем сюжет, может, просто подеремся, поиграем на стриме. Все. Всем спасибо за просмотр, до встречи. Всем пока.